Молодежная творческая группа Казахстана сыграла на Домбре мелодичные композиции. На этнокарнавале они намерены исполнить «Машбу Тоя» Атая Огомбаева. Техника исполнения «Машбу Тоя» очень сложная. Несмотря на это, мы овладели ею за 16 дней. Один из номеров, который мы будем исполнять, это «Машбу Тоя». Мелодия притягивает к себе многих. Этот день мы приближали, как могли. Этнокарнавал продолжит работу на берегу Иссык-Куля, завершится 12 июля. Традиционное мероприятие проводится уже 15-й год. Это наш фестиваль в первый год, и мы поедем дальше на Иссык-Куль, где будем показывать свои таланты. А сейчас перед вами вот девочки, мы театр моды, и вот эти костюмы народные, которые вы видите, исполнены руками этих девушек. Мы их представляем, мы сначала шьем, а потом представляем. Киргизстана поразили нас, россиян, с первого дня нашего пребывания, и хочу сказать, что я очень влюбился в эту страну. Уже сегодня мы поедем на Иссык-Куль выполнять наш долг, показывать наши спектакли. В этом году у нас намного больше работ, по-моему, 5 или 6, несколько спектаклей, в том числе спектакль Чингиза Айтматова по произведению «Материнское поле». Очень будем рады встретиться все вместе на Иссык-Куле, на фестивале «Иссык-Куль принимает гостей». Спасибо огромное, мы очень вдохновлены и ждем вас всех в Вене в следующем году на фестивале «Пробуждение». Кучкарата шарынан келдик. Мы приехали из города Кучкарата, исполним испанские и кыргызские танцы. Лагерге келдик. Биз экиби алып келгенбиз. Этнокарнавал призван объединить молодое поколение через культурные связи. Мы считаем, что эта дружба может состояться через передачу культуры, истории, традиций народов. И эта традиция будет передаваться через песни, танцы, игры. Каждая делегация привезла какие-то свои национальные блюда, привезла свои национальные игры. И находясь уже на Иссык-Куле, когда мы сегодня отъедем из Бишкека, они будут обучать друг другу своим танцам, своим играм, своим песням. Мероприятие продолжится на Иссык-Куле в селе Сарыой и продлится 5 дней. Усен Кульбаев и Сантур Абыкеев, Алатау 24.